серферы из Австралии создали уникальное приспособление для очистки морской воды. На разработку системы ушло 10 лет. Оно работает по принципу действия аквариумных фильтров и фильтров для очистки бассейнов. Прибор представляет собой ведро со съемным мешком и встроенным насосом. Насос засасывает внутрь мусор, а попавшая вода выливается через нижнюю часть ведра обратно в море. Когда мешок наполнится, его можно вытащить с помощью палки с крючком. За 4 года тестирования прибора система ни разу не засосала ни одного морского обитателя. Изобретатели считают, что их устройство решит глобальную проблему загрязнения океана как бытовыми отходами, так и нефтью. Баллы в Приморье в этом году начались слишком рано в связи с сухой и теплой зимой. Свидетели возгорания засняли на видео, как огонь пожирает поля у железной дороги. Однако пламя так велико, что охватило и само полотно, по которому идет поезд. Пассажирский состав буквально проходит через стену из огня и дыма. Возгорание было снято на участке между станциями Губерева и Ласточка. Отметим, что в большинстве случаев причиной пожаров стали поджоги на полях. Также добавим, такой погоды в Приморье не было все 85 лет наблюдения. В сети появилось видео, на котором танцор из Ставрополя Олег Кольвах танцует на пилоне, подвешенном к летящему воздушному шару. В кадре мужчина, держась за шест, поднимается на высоту птичьего полета на аэростате, а затем начинает выполнять сложные трюки, не используя при этом страховку. Кольвах утверждает, что еще никто ничего подобного в мире не делал. Жительница Кейптауна засняла на видео своего 2-летнего лабрадора, который впервые увидел дождь. В ЮАР давно сильная засуха, а проливной дождь здесь большая редкость. Именно этому ливню и порадовалась собака. Она носится под дождем, ловит капли, высунув язык, жмурится от удовольствия. Наверное, так скоро будут себя вести и приморские собаки. В семье жителей Воронежа собака породы Кани Корса родила сразу 19 щенков. Сейчас им больше месяца. Они оравой пьют молоко, топают и дерутся. Теперь семье приходится вставать по ночам, чтобы кормить собак каждые 2 часа. Причем мама собака Кира даже не возражала, так как молока ей не хватало. Кстати, рождение почти 20 щенков – это редкость. В 2011 году в Китае у самки тибетского мастифа родилось 19 щенков. В США в 2015 году немецкий дог по кличке Велма тоже родила 19 щенков. Возможно, российская собака установила мировой рекорд. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире 8 канала. Дмитрий Беломестнов, новости на 8.